Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня я увидел как бы уже второе насекомое за этот год, за эту весну. Это клоп-солдатик. Первая была божья коровка, но она, скорее всего, просто еще спала. А эти зверюги, как вы видите, двигаются. Ну а здесь вы можете видеть спящую на коре дерева двухточечную божью коровку. Сейчас надо подождать, пока солнце лучше прогреет землю и вылезет больше насекомых. Тогда можно будет начинать их содержание. Кстати, я видел еще два вида живности в очень холодной воде, в пруду, где лед растаял только по берегам. Это были несколько маленьких жуков-плавунцов и водные улитки.